Простой рецепт приготовления насадки для уловистой рыбалки. Всего лишь потребуется соединить два доступных ингредиента, и вы получите отличную насадку для ловли всей белой рыбы. Такая рыба, как карась, лещ, плотва, густера, красноперка, никогда не пройдет мимо этой насадки и обязательно порадует вас шикарной поклевкой. Эту рыболовную насадку можно использовать вместе с червем, с опарышем, с мотылем. Отличная она показывает результаты по карасю и плотве. Ну что ж, давайте с вами теперь вместе приготовим в домашних условиях очень уловистую рыболовную насадку по всей мирной рыбе. Берем вот так вот на ложке арахисовую пасту и просто ложим ее в муку. Никакой воды, ничего не надо. Все, теперь берем и вот так вот ее тут смешиваем. Получается обалденная штука. Вот чем мне этот рецепт понравился, то что не надо там лить водички, там что-то добавлять, бодяжить. Берете просто дома муку, берете арахисовую пасту, ложку в муку кидаете, и потом вот такими вот движениями у нас сейчас получается отличная рыболовная насадка. Ну а если вы приготовите дома и приедете на водоем, у вас будет дикий клев, и вы захотите еще раз сделать. В пакетик достали муки, достали арахисовую пасту, и вот смотрите, сколько у меня здесь, минута буквально. Офигеть, и получается такая вот она густая, крутая, будет отлично держаться на крючке. Обалдеть, блин, знаете, что напоминает? Вот конфеты такие были, золотой ключик. Вот, и риски, или как они там? Вот что-то типа наподобие. Супер просто. Делается очень быстро, смотрите, ну реально пластилин, шикардос. И никакой воды, руки чистые. Песня. Супер. Ну что? Эта насадка готова. Уловистая рыболовная насадка в домашних условиях готова. Кто хочет посмотреть, как я тестирую рыболовные насадки, прикормки, ароматизаторы на реках и озерах, заходите на канал «Рыболовное путешествие». Ссылочка будет в описании и в закрепленных комментариях. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Кому понравилось, можете бахнуть лайк и нажать подписаться. Помните, рыболовное приключение, все только начинается. Погнали!